говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировки города. Eager for battle and ready to die in combat. We even said our goodbyes before going on a mission. Oh!
сделали здесь, Софья? Лейтенант Кишон.